И к другим новостям. Молодые бизнесмены поборются за 25 миллионов тенге в реалити-шоу на одном из каналов страны. Об условиях конкурса рассказал председатель Совета Ассоциации Булаша Куандык Бишимбаев на брифинге в СЦК. В конкурсе стартапов могут участвовать начинающие предприниматели. Победителю достанется 7 миллионов тенге. За второе и третье место предусмотрено 5,3 миллиона. А также дополнительный грант в размере 10 миллионов выделит спонсор проекта. Авторы наиболее интересных идей смогут получить поддержку от холдинга «Байтерек», взяв кредит под низкий процент. При этом подыскать инвестора есть шанс у любого участника. Приглянувшийся проект готовы профинансировать известные бизнесмены страны. На протяжении 3-4 месяцев будет идти работа с заявителями. Отбор. На первом этапе мы выберем 20 лучших проектов. На втором этапе уже из 20 будут проведены дополнительные конкурсы, тренинги, обучение, еще 10 лучших проектов, и уже жюри из 10 лучших проектов выберет 3 основных. Все это будет в телевизионном формате.